собирались под музыку. В холле Дома культуры «Молодежный» около 50 благодарственных писем от заместителя главы администрации курорта, трех депутатов, чьи округа находятся на территории Южного микрорайона. Это в основном многоэтажная застройка с самой большой плотностью населения в Анапе. Адресаты наград – представители территориального общественного самоуправления. Без вклада каждого из жителей невозможно себе представить такую, может быть, даже жемчужину или одну из жемчужин Черноморского побережья. Конечно же, Анапа – это динамично развивающийся муниципалитет. Мы понимаем, что, конечно же, это в первую очередь и детская здравница. И тысячи жителей России, не только России, каждый год к нам приезжают, видят, какие изменения у нас происходят в городе. В зале те, кто помогает Анапе становиться лучше. Проводники интересов населения. Через них информация поступает к депутатам и в администрацию муниципалитета. Помимо этого, они организуют субботники, проводят праздники во дворах. Общественная деятельность – это такая, которая затягивает и потом не отпускает. Но прежде всего мы восхищаемся этими людьми, потому что заниматься общественной деятельностью, совмещая это с работой, с личными делами, с семьей, это очень ответственно, почетно, и эти люди неравнодушные люди. Восхищение и слова благодарности этим людям. Мария Николаевна – медик по образованию. Помощь людям для нее скорее привычка. С 2010 года она в общественном самоуправлении была старшей по дому и сегодня в эпицентре всех событий. Я бы хотела, чтобы около наших домов все было красиво. И в домах наших было все красиво и хорошо. Вот и все, чтобы благодать была в нашем районе. Во дворе, где живет Мария Николаевна, начали облагораживать пустырь. Там будет детская площадка, тренажерный комплекс, зона отдыха. Из 6 таких объектов, которые строятся в городе по программе «Комфортная городская среда», в этом году 4 в Южном микрорайоне. Все это результат, в том числе, работы общественников. При этом активность населения растет. Люди приезжают, новые к нам приезжают каждый год постоянно, приходят с новыми идеями, с новыми предложениями, вливаются в активную общественную жизнь нашего микрорайона. Мы рады этому, приветствуем. Один из новых проектов – собственный клуб. Там будут преподавать вокал и актерское мастерство, а также информатику и робототехнику. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.